В этом году общественная организация ветеранов военно-морского флота «Сарова» отмечает свое 17-летие. Члены организации ведут активную работу по сохранению истории нашей страны. Так, в 2011 году возник музей военно-морской славы. Идейный вдохновитель, создатель и хранитель музея – капитан второго ранга запаса Сергей Михайлович Яковлев. Это сегодня он уже такой зрелый, известный, далеко за пределами нашего города. Хотя, вы знаете, наш город совершенно не морской. Тем не менее, военно-морская слава и история у нас очень богата. И как раз наш музей был создан для того, чтобы именно собрать, воплотить в жизнь и показать жителям и гостям нашего города историю страны, историю флота. Выставка музея – это уникальные фотографии, личные вещи моряков и спецкостюмы, модели лодок и кораблей. Особая гордость – передвижная экспозиция, которая рассказывает о личности адмирала Федора Ушакова, его жизни и подвигах. Еще несколько лет назад выставка состояла всего из нескольких стендов. Сейчас же экспонатов с каждым днем становится все больше, а музей военно-морской славы пользуется популярностью и в других городах России. Мы очень горды, что начиная с 2017 года мы являемся единственной общественной организацией, музеем, который приглашается для участия в праздновании и для проведения главного морского парада военно-морского флота в городе Санкт-Петербурге, в Кронштадте, тоже начиная 5 лет подряд. Главная фишка музея в его интерактивности. Взрослые дети могут не только потрогать экспонаты руками, но и примерить мундир и фуражку, постоять за штурвалом корабля, ударить судовой колокол. Все подробности по посещению музея можно узнать по телефону 8-910-127-19-49. Светлана Юрунова, Андрей Махмудов, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.